Здравствуйте! Сегодня на обзоре полевые ботинки МК2 и МК2W от бренда МТАК. В новых моделях разработчики бренда воплотили в жизнь сочетание легкого ботинка весом до 500 грамм с крайне цепкой подошвой, благодаря чему эта обувь четко подпадает под спецификацию трекинговая. То есть эти ботинки, в отличие от обычного пошива, более выносливые и имеют усиленную защиту. При этом варианты выбора расцветок значительно расширяют сферу применения. Модели МК2 отличаются в первую очередь сезонностью использования. На выбор предлагается легкий полуботинок, который отлично справится с погодными условиями весны, лета и осени. И МК2W – зимняя модель с высоким берцем и утеплителем, который значительно расширяет возможности ношения аж до 10 градусов мороза. Обе модели исполнены из гидрофобного нубука, то есть из натуральной кожи с гидрозащитной пропиткой толщиной 1,2-1,4 мм, которая идет в комбинации со вставками из кордуры плотностью 1000 дания. Использование кордуры эффективно гасит общий вес ботинка, при этом обеспечивает достаточный запас прочности. Внешний слой продублирован мембранным материалом с плотностью 160 грамм на метр. При этом паропроницаемость составляет 3000 на 3000 грамм на метр квадратный. Внутри ботинка расположена дышащая водонепроницаемая мембрана, которая не позволит ноге вспотеть при длительных переходах в жаркую погоду. Там же расположена двухслойная подкладка с повышенной устойчивостью к износу. Прочные нубуковые шнурки фиксируются при помощи петель быстрой затяжки. Подошва вооружена цепким агрессивным протектором с глубоким уникальным рисунком со всевозможными зацепками, подушками и ребрами жесткости, которые в сочетании с продвинутой резиной с примесью тартана и термопласта надежно удержат своего хозяина на ногах на любой поверхности. Ботинки имеют усиление в виде каркасной стельки с супинатором, а также дополнительный защитный слой кожи в 2,8 мм, двойная гранитоль на носке и пятке. Подошва достаточно гибкая, чтобы обеспечить необходимую амортизацию при шаге, и достаточно твердая, чтобы не опасаться травм стопы при движении по бездорожью. Ботинки серии МК2 от бренда МТАК уже успели пройти много тысяч километров на ногах своих многочисленных владельцев. При этом конструкция оказалась настолько удобной и практичной, что сегодня добавляются только цветовые решения. В остальном же кардинальных изменений и доработок пока не требуется. Кто хочет знать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.